персональная выставка Юрия Хорева в студии Тауну Кангро, Келот 21. Юра, скажи, пожалуйста, что для тебя значит эта выставка? И скажи еще, пожалуйста, где ты черпаешь свои вдохновения? Выставка, в общем-то, это этапная. Это как раз выставка говорит о том, что как я жил эти годы, чем я жил эти годы и как это все отразилось. Это как раз сейчас на этой выставке, в этих стенах. Это выставка в стенах Тауна Кангро. Представила ее здесь на выставке замечательная галерист Оля Любаскина. Вот. И эта выставка олицетворяет собой такой синтез женские образы и пейзаж. В принципе, они как бы не совсем совместимы, эти жанры, но мы попытались сделать такую организацию этой экспозиции, в которой, как мне кажется, они смотрятся достаточно органично. И я этой выставкой доволен, и, конечно, я благодарен и Тауну Кангро за его, то, что он предоставил место в этой его замечательной галерее в наше нетрудное время, и Оле Любаскиной за то, что она проявила инициативу, проявила, можно сказать, любовь по отношению к этой экспозиции, и моя бесконечная благодарность. Вот эти работы написано за последнее время, и, как я уже сказал, они подводят итог тому, что я делал. Как они, и что они, и о чем они, это, конечно, судить будет зрителю, который придет на эту выставку. Вот здесь есть, наверное, мои какие-то любимые работы, может быть, вот одна из самых, может, любимых работ, это вот называется «Тепло и холод», в которой, в принципе, и отражена, в общем-то, в принципе, сущность женского начала, когда в ней всегда присутствует и тепло, и холод, и все это меняется в зависимости от настроения, от женского какого-то каприза. И вот эти вещи, как-то и хотелось передать, наверное, мне. Вот. И, конечно, там всегда присутствует наверняка и любовь, и какое-то очень осторожное отношение. Ну, вот все равно, в любом случае, все шло через тепло и через холод. Все остальные работы, они тоже сделаны, в принципе, в таком же ключе. Везде должна была присутствовать женская энергетика, везде должна была присутствовать цветовая гамма, которая подчеркивала, предположим, скажем, то настроение, какое было в этот момент у меня, у модели. И вот в таком ключе эта экспозиция, в общем-то, и подана. Поэтому будем считать, что это, наверное, не последняя экспозиция, потому что мы сейчас уже работаем над другими проектами, над другими холстами. Что будет, как будет, это покажет завтра, сегодня. Я могу только говорить это на словах и мечтать о том, чтобы она была тоже очень хорошей, как мне хотелось. Вот такие мои, как бы, вот такие вот мои впечатления об этой выставке, которая здесь есть. И очень хотелось бы надеяться на то, что наш творческий союз, Тауна и Оля Любаскина, чтобы он продолжится, и то, что мы будем зрителям показывать, то, что в конечном итоге художника будет на холсте. А что будет, сам художник пока еще не знает. Так что будем жить, будем работать, и время покажет.